как один. Я у себя в ванной позвал. 10 сентября в прокат выходит первый российский фильм, в котором показывается обряд вызова так называемой пиковой дамы. Женщина в черном появилась прямо в зеркале. Основанный на реальных рассказах людей, вызывавших призрак из зеркала, он привлек внимание экстрасенсов. Вот вы знаете, у меня всегда такие фильмы с повышенным содержанием мистики. Меня вызывают двоякое ощущение. Такие фильмы, они развивают у человека вот эту вот нехорошую тягу к мистике и развивают нехороший интерес. Ань, пробовать будем? Интересно посмотреть, а что же там по другую сторону? А напугает меня кто-то или нет? Блин, давай, мы же договорились. Я не буду. Детям, подросткам, всем любопытствующим, кто пытается призвать какую-либо сущность ради интереса, я бы никогда не рекомендовал этим заниматься. Малая, ты что тронула? Обычный ребенок может вызвать призрака, духа, призвать. Если он правильно произнесет слова призыва, то он может вызвать некую силу, с которой он может просто не справиться. Есть слова, которые нельзя произносить перед зеркалом. Слова имеют вес, слова имеют силу, и вдруг кто-то из подростков посмотрит этот фильм. Достаточно велик шанс того, что какой-нибудь малолетка просто вызовет кого-то. Ну вот смотрите, даже у опытного медиума вряд ли получится вот так вот по щелчку взять и вызвать дух Есенина, например. Но если он окажется на его могиле, у него окажется, допустим, какая-то его личная вещь, совпадает ряд определенных условий, при которых ваши шансы заметно повышаются. Если вы соберетесь там с друзьями и соберете вызвать дух Пушкина или вызвать сущность этой пиковой дамы, в 99 случаях вам вряд ли это удастся. Но если будут какие-то определенные факторы, старое зеркало, старое помещение, может быть, рядом с вами будет находиться человек, владеющий способностью медиумизма. Папа, она идет. Если у вас дома находятся домашние животные, они заметно увеличивают ваши шансы. И птицы, и кошки, и собаки – это отличные проводники. Что с ней? Я напугал ее. Это не вы ее напугали. Если вы, не дай бог, вызываете пиковую даму в свой день рождения, ваши шансы на то, чтобы увидеть ее, резко повышаются. И за несколько дней до и после дня рождения. Бред какой-то. Ну и что, как ее вызвать? Никто и никогда из тех, кто обладает какой-то тайной информацией о том, как действительно вызывать призраков или духов, не выкладывает полные ритуалы. Берешь помаду? В сети нет полных ритуалов. На зеркале? Настоящих. Ты рисуешь. Они существуют в каких-то древних книгах, записях, передаются из уст в уста. Если в этом фильме обряд точен, и там точно рассказано, как нужно, в какой последовательности совершать действия и что нужно произносить, то я бы этот фильм запретила и все копии уничтожила. Призрак может прийти и даже при просмотре фильма.